Всем привет! Мы идем кормить цыпляток. У нас сегодня погода, дождик сильно идет. Я набрала вот здесь корм. И сейчас покормим цыплят. Так как у нас дождик идет, мы их закрыли вот таким фанером. Железом. Как по-другому сказать. Сейчас мы им водички нальем. Так. Вот так. Видите, тут мне муж приспособил, чтобы удобно было наливать. Хотя можно было идти из этого. Можно было, но неаккуратно уже получится. Видите, как они пить захотели. Здесь мы специально накрыли, чтобы они не намокли, чтобы у них там сухо было. Сейчас я попробую. Ой, уборки как-то встань так, чтобы тебе удобнее было снимать. Попробую достать тарелку, которую они затащили прямо туда далеко-далеко. Тут не достать никак. Я вся заморалась так. Какая? Чуть не упала. Я сейчас попробую вот такими лопатками детскими подсадить ее. Подойди. Тихо. И сейчас буду вот таким макаром засыпать им комбикорм. Понемногу. Тихо. Бешеные они у нас, конечно, очень бешеные. Мне сначала покажут, что это индюки. Ты что снимаешь? Корм? Ага. Цыплят снимай, цыплят. Как они кушают. Я цыплят и корм. Так, а вторую тарелку папа у них убрал, да? Сейчас я принесу вторую емкость. Но пока снимай, как они кушают, я вторую емкость принесу. Они не кушают. Смотрите, какую я нашла емкость у нас лежит. Сейчас я просто сюда засыплю корма и поставлю им туда под крышу. И все, и они будут кушать. Что, какая они будут драться? Да, и драться не будет, им удобнее будет. За день мы вот так вот по несколько раз им сыпем. Мы помногу не сыпем. Куры они любят вываливать. И поэтому мы помногу им стараемся не сыпать. Сейчас надо аккуратно засунуть, чтобы не просыпалось. И все это под крышу сделать. И теперь вот так вот, смотри, Егор, туда засними. Видите, там им сейчас удобно будет кушать. Несколько тут, несколько там. Да, несколько тут, несколько там. Сейчас я эту тоже подальше отодвину туда. Мне кажется, или они, дождик или не они немного больные. Нет, это так и есть, они все такие. У нас вся птица здоровая. Витаминки мы им постоянно даем. Сейчас пойдем кормить другую птицу. Пошли. Кормить другую птицу. Мы сразу откроем кормить цесаряток. Ой, да вы еще и тарелку опрокинули. Они боятся очень. Видите, такие боязливые. Я им тоже помногу не сыплю. Лучше уж, знаете, несколько раз в день прийти и накормить, чем помногу сыпать, чтобы они просыпали. Тут у меня стоит ведро с водой. Сейчас я им долью водички. Потом травки нарвем им. И дадим травушку. И будет они хорошо у нас кушать. Все, давай закроем их. Чтобы они так. Давай, Егорушка. Молодец. Следующим будем кормить индюшаток. Видите, сегодня они уже активно к нам подходят. Не боятся уже. Корм у них я сегодня, видите, насыпала. Поэтому пока не буду сыпать. В целом травку потом дадим, да? Иди сюда. Типа. Ну давай закрывать. А теперь мы накормим мои наши любимые. Да, Егоркины любимые гуся. Наша новая птица.
Вот мои водички. Они научат так, похоже. Как они любят плавать. Да, они научат похоже. Так, как они любят плавать, им воды надо много-много. Им корм сейчас насыпем. Остатки корма им тут засыпем. Вот такие вот сладкие. Они у нас гусечки. Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Дайте вы, мои хорошие. Это, наверное, самец крупный. Самцы вообще крупные. Вон, Егор, засними степанитку нашу. Видите, как я пришла, и она тут сразу ко мне лезет. И Настенька. И гусятки ко мне лезут. И Настя тоже. Не боятся, а остальных они... Настя. Да, Настенька там. Ее птицы не видно. Ну, вон, смотри, гусятки Настя. Ходят. А меня они боятся. Тебя боятся, а меня нет. Видишь, они уже знают, что я хозяйка им. Они меня за один раз 4-5 видят. Я к ним прихожу, то травки дам, то комбикорм, то водичку поменяю. Да, конечно, вы мои хорошие. Хорошие вы у меня. Да, красавцы, красавцы. Иди сюда. Вот видите, какой он активненький. Все лапки целенькие, хорошенькие. Вот такой вот он у нас сладенький. Мой тетя побежал, сразу побежал. Мне первый раз показалось, как будто это утята. Помогал мне сегодня во всем Егорка наш. Да, Егорка? Скажи привет всем хотя бы. Привет. Вот такой вот. Вот так вот у нас, видите, все в вольере они сидят. А там индюшата. Сейчас он вас клюнет в объектив. Стой, Егор, дай я цесарята засниму. Вот видите, когда они на нас не смотрят, цесарята, они вот так вот в кормушке лазят. Егор, не лезь, они сейчас тебя заметят. Видите, они сразу пошли кушать. Что хотел? Нет? А Егорка одна, что к своим любимым гусяткам лезет. Он прям по ним души не чает, да, Егорка? Ему они беда понравились. У нас есть гусыни, но они... Большие две гусыни, белые. Да убегают. Ну, да. Они. У нас раньше больше было, но самцов мы зарезали из-за того, что они щипались, да, Егорка? Помнишь, как они тебя маленького щипали? В угол загнали они его и щипали. Поэтому папа сразу его горло порезал и все. И потом второго также самца зарезали. Вот, а теперь такие у нас гусяточки наши сладенькие. Сыпется. А там, потому что индюшата ходят, вот оно и сыпется. Видите, вот они, наши индюшатки ходят, бродят. Ну все, давай, Егор, закрывай, а то им тут холодно будет, надо же это... У нас сегодня дождик на улице, очень уж дождик, сыро, эти все сырое, у детей кукла опять валяется, все, велик сырой весь, Егорка, под крышу не убрала, он весь сырой. Вот, давай убирай туда под крышу. Мама! Куда ты ее раздетую вытащила? На улице холодно, ты ее вытащила раздетую. Там Маринка со Светкой выскочили, босиком еще ее вытащила. Ну, она и так кашляет сильно, ты что? Вот такая. Вот так вот у нас растет картошка. Хорошо подросла она у нас нынче. Сейчас вот как раз дождик был, полил ее. Ау! Чем моя сладкая? Сейчас иду, мое солнышко. Ну все. На этом наше видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!